Свою лепту в благоустройство и озеленение областного центра этим летом внесут 1700 студентов колледжей и вузов. Остальных распределят по районным центрам, где основное внимание будет уделено уходу за лесными хозяйствами. В рабочих руках сегодня нуждаются десятки ферм. Помощь крепких и активных ребят потребуется в обрезке сухостоя, посадке деревьев и тушении степных пожаров. Для оплаты труда молодых людей из бюджета дополнительно выделено 11 миллионов тенге. Трудоустройство молодежи, эту работу будем продолжать. В этом году по плану планируется 5500 человек будет трудоустроено. По сравнению с прошлым годом на 126 единиц человек увеличено. С бюджета на этой цели выделено 400 миллионов тысяч тенге. Работа будет продолжена в городах Тюбе и в этом Айтекибийском, Чалкарском, Хабдинском, Уилске и Вартукском, Тимирских районах это будет продолжена эта работа. Общая численность 5500 человек. Заработная плата 55 тысяч тенге. Вместе с тем, в конце этого месяца в рамках проекта «Я актюбинец», инициированного акимом области Бердыбеком Сапарбаевым, в соседнем Уральске пройдут Дни Актюбинской области. В них примут участие наши земляки, обучающиеся в вузах Астаны, Алматы, Карагандинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Их количество сегодня составляет 4825 человек. В настоящее время в трех вузах Западно-Казахстанской области обучается 713 актюбинских студентов. Из них в текущем году выпускается 160 человек по 45 специальностям сельскохозяйственного, машиностроительного, политехнического и педагогического направлений. В рамках Дней Актюбинской области мы планируем провести разъяснительную работу среди молодежи с целью вернуть их в регион для дальнейшего трудоустройства. В рамках Дней Актюбинской области в Уральске запланирован ряд мероприятий, в том числе выставка об истории края, спектакль театра «Кемал» и галоконцерт творческих коллективов. Айсулу Махмутова, Руслан Ельтаев, телеканал Актюбе.